Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Мы продолжаем наш третий сезон Форс FIFA, FIFA 19 и наш сезон Тотти. Итак, уже третий выпуск, у нас уже собралась команда 193 в общей сумме. Мы бы уже бы первый сезон бы закончили бы во втором выпуске, но нам нужно поймать 12 Тотти карточек, и тогда мы закончим наш сезон. Но в самом начале мы открываем 5 золотых игроков. Первый игрок. Нет, 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 нет. И последний игрок тоже нет. Ну что ж, друзья, вот так вот пока что выглядит наша команда. К сожалению, пока что ни одного Тотти в составе нету. Переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, из-за очень плохого коннекта мне пришлось погибнуть, чтобы закончить наконец эту игру. Пережил я 64 соперника, за это получаю 32 золотых игрока. Ну что ж, друзья, неудачный коннект нам все-таки и принес 32 золотых игрока. Итак, начнем. Первый игрок. Нет, 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 да, нет, 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 да, нет, 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 нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, нашу команду только за это открытие пополнил другой бельгиец в центре защиты. Ну а пока что до сих пор ни одного, даже обычной карточки у обычного футболиста, у которого есть карточка Тотти, нам даже не выпадает. Ну что же, переходим ко второй игре Fortnite и надеемся на хорошее соединение. Итак, друзья, занял я 44 место, пережил 56 соперника и за это получаю 28 золотых игрока. Ну что ж, друзья, из-за нехватки патронов у нас получается заработать 28 золотых игрока. Ну и начинаем. Поехали. Нет, 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 да, нет, нет, да, нет, 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 снова нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте также колокольчик, чтобы не пропускать наши ролики. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.